годом. 1 июля 2019 года впервые в истории российского олимпийского бокса город Городец. На спортивной базе «Изумрудная» Городецкого района состоится грандиозная международная матчевая встреча по боксу между командами Нижегородской области и Республики Афганистан. Меценат турнира, десантник, ветеран боевых действий в Афганистане Александр Михайлович Фролов. Бача, свою организатор мероприятия. Региональная общественная организация «Боевое содружество ветеранов 350-го гвардейского краснознаменного ордена Суворова 3-й степени парашютно-десантного полка». Начало в 18:00. Приходите! Кандагар и Иран! Давай, Поля, сюда! Файзабад и Газни! Хайратан и Шиндан. Вива! О, кто привел сборную? Всем вам, Ольга, дорогие мои. Сборная Афганистана привела. Шурави. Ольга, ты куда пошла? Ну-ка, давай. Кавказ. Будешь вводить сборную Афганистана. Споем, бача, споем. О чем, бача, обо всем. И сколько б нам не осталось жить, споем, бача, чтоб вовек не забыть. Споем, споем. Вива! Кундуз и Баграт! Вива! Кабул и Салам! Вива! Пули-Хумри и Гордес! Вива! Вам, дорогие мои, шурави. Второй раз. Всем вам, дорогие мои журавли. Вива, вива, вива. Бача, как поживаешь, дорогой? Дай мне, бача, свою колючую щеку. Спасибо, Андрей. Спасибо за приглашение. За Андрей Бача. Поснимаем Олега вот так. Сейчас я пройду. Я уже включил. Дорогие мои шурави.
Пиши, Мали. Великолепно. Как, Мали? Как прошло? Супер. Организация супер. Спасибо. Побольше таких турниров. Молодцы. Поздравляю. Спасибо, Мали. Николаевич, нормально? Спасибо, да. Ну, я... Спасибо. Вам спасибо с Фроловым. Если бы не Фролов, сам понимаю. Да. Николаевич, тебе спасибо 350-му. Фролову, тебе, Николаевич, воздушному 350-му гвардейскому. И 345-му. 345-му, да. Спасибо вам, молодцы. От души. Спасибо, Коль, нормально? От души. Салам, бача, вот мы встретились с тобой. Салам, бача, как поживаешь, дорогой? Дай мне, бача, свою колючую щеку. Али, подожди. Спасибо, Андрей. Спасибо за приглашение. За организацию. Бача, Александр Михайлович, как спрашивает командир, переживает за вас? Вы нормально себя чувствуете? Видосик-то снять. Как он сильно переживает? Спасибо вам, Александр Михайлович. Никто, кроме нас, есть меня. А кто если не я? Пятый. Нашу книгу, которую мы очень долго делали. Здесь очень много архивного материала прочитать. Самое главное прочитать. Найдешь лицо, увидишь, да? Всех нас там. Спасибо. Если читать не умеешь, попроси меня, я тебе прочитаю все. Чемпион мира по боксу, председатель общественной организации Нижегородской федерации бокса Нижегородской области Андрей Гоголев. Гоголев Городец, Советский Союз. Также спасибо вам за вашу службу, за вашу работу. Валя! Валя, Валя! Нет, не за нас, the best translator, спасибо! И за второе место награждается Кирилл Ревизов, город Городец. Ваши аплодисменты, друзья! Еще. Congratulations, Кирилл, спасибо! Oh.
Внимание, восьмую пару судят. В ринге Коновалов, боковые судьи Лобов, Назари, Зубринский. Рефери Коновалов, боковые судьи Лобов. Red Collar, боксер из красного угла. Нижний Новгород, Россия. Награждение боксеров проводит организатор турнира. Неоднократный чемпион России, чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта России, отличник физкультуры Российской Федерации, обладатель государственных наград Андрей Гоголев. За первое место награжден Павел Чинчиков. За второе Джават Набизада, Кабул, Афганистан. Пиздец, блядь. Не ругайся, Матвей. Как тут не ругаться здесь? Ты не воля. Павел Павлович, давай записки все уберу. Тебе нужны они, нет? Что? Их записки оставляешь? Давай, все уже. Давай, добивай печень. Просто печень. Так, Андрей Николаевич, награждаешь сейчас, да?